Сраный сектанты, всегда вали их нафиг, это сектанты сраные, да? Что вы так с нами? Чувак, за шо вы их так? Это сраные сектанты, потом тебе все расскажем, нужно валить отсюда. Валить отсюда нужно. Погнали, погнали, погнали. Давай, 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 валим, 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 валим. Идем. Менты, 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 назад, назад. Менты, блин. Чё? Менты? Менты, назад. Да, менты, вали. Чёрт. Давайте сюда вставим. Тебе нельзя ментам показываться. Да не то, что нельзя, тут еще эти чуваки. Все, идем, 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 чуваки, идем сюда, идем сюда. Так, давайте к нам на хату, к нам на хату. Потом поговорим, мы тебе все расскажем, Виталь. Давай, давай. Кто это вообще? Да что за сектанты? Потом объясните. Вопросы, потом все вопросы, чувак, потом. Да что, тут ментов нет? Отлично. Так, ладно, домой, домой, домой. Давай, домой давай. Идем. Давай. Когда я все получу ответ на свои вопросы? Тихо, назад, назад, блин, да что за сегодня за день ментов-то? Да нет, они не постоянно здесь в этом районе ошиваются. Мы же не в Китай-городе, ты что, забыл, что ли? Так, Виталий, давай, что там, все в порядке с тобой? Давай идем, да, идем, да, идем, да, идем, да. Идем. Давай, быстрее, 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 быстрее. Сейчас здесь пройдем, главное, чтобы они сюда не смотрели. Так, так, так. Жди здесь. Жди здесь. Так, они сюда не смотрят. Давай, сейчас быстро, Виталий, проходи, проходи, проходи. Вот сюда, и давай, вперед. Фосту, по фосту. Да, по фасту, все, давай. Идем, 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 идем на самый верх. И у нас там строитель. Да что ты кашляешь-то, е-мое? Не привык бегать. Не привык бегать, все, давай. Сейчас привыкнешь бегать, убегать, порабощать, овладевать. Все, быстрее, побежал. Порабощать капец. И овладевать звучит клево. Слышишь, это... псих. А? О, вещи-то вывезли, смотри-ка. Так, ну что, о, погнали, погнали. Что за вещи? Погнали. Так, это, слушай, что так, Виталий, проходи в эту комнату переднюю, я посмотрю, чтобы это... Нихера себе! Давай, давай, проходи, проходи, так, я проверю. Ман, вы что, решили обновить хату, так, что ли? Где, а где они опять? А? Короче, опять Никола, они же приходили. Они все, они свалили же. Опять, они опять свалили, стали хату на... Боже, я ушел, потому что они пришли сюда. Народ, чё? А почему эти люди были в таких же, в таких же масках, как и я? В респираторах? Да. В респираторах. Ой, братан, ну тут история долгая, история да, долгая. Да, это всё расскажем. Жесть, конечно. Ну, как говорится, времени у нас теперь дохера. Ну как дохера, у нас времени. Скоро сюда рабочие придут. Блин, хорошо, что их сейчас здесь нет. Ну как и хорошо. С одной стороны, хорошо, то, что их нет, чтобы они тебя не видели. А с другой стороны, плохо. Что они опять отлынивают от работы, мужик. А что за фигня? Звони этому прорабу. Пойди пока, я пока с Виталием поговорю. Иди позвони ему, скажи то, что мы ему половину денег не выплатим за вторую часть, за такую работу. Скажи то, что у нас... Скажи, пойди пока отсюда. Чтобы мы на фоне не разговаривали. Скажи ему, что у нас украли, короче, это стол. А, стол, окей. Да, скажи, что стол у нас украли. Ну, просто понервничай там, пусть понервничает старичок. Так, хорошо, Виталь, пойдем сюда, короче, сейчас тебе все расскажу. Ну, давай. Да иди сюда. Либо лучше присядь, лучше да, присядь, потому что спадать еще начнешь нафиг, вот давай, там, где припадки твои. Короче, да, в общем-то, смотри, какая ситуация. Ты, если шо, уже долгое время был в таком состоянии непонятном. Ну, я тебе расскажу все, как есть. Мы теперь дома, в безопасности. Главное, не убегай и не думай, что я тебя обманываю. Потому что если бы я хотел что-то с тобой сделать, я бы уже с тобой что-то сделал, сам понимаешь. Ладно, хорошо, давай. Все началось в тот момент, когда ты пошел к той картине, помнишь? Да, псих забыл предупредить, что у него там электричество и защита от взлома, и тебя долбануло током. Ну? Ты потерял сознание, мы вызвали скорую, повезли тебя в больницу, которая дорогущая, помнишь, которая вон та, да? Ну, подумали, ладно, ради друга бабла не зря, ну, типа, не жалко потратить, да? Короче, привезли тебя туда и оставили там, оплатили тебе палату, лечение, все. И потом нам говорят, что ты сбежал. Чего? Да. Ты сбежал, мы такие, чего, типа? Вот, и начали тебя искать, ты убил кого-то чувака. Помнишь, с которым, который был бариста в этом, в кофейне? Что? Да, да, все началось с него. Это была твоя первая жертва. Ты убил его, ты потом мы нашли. И знаешь, что самое главное, мы тебя пытались еще спасти. Как мы поняли, что ты сделал. Ты оставил свой фамильный нож, который тебе отец подарил на месте преступления. Он, кстати, у психа где-то есть, если что. Чувак, все в порядке. Что случилось? Моя голова! Парень, да не отрубайся, Виталий, мы с тобой, Виталий. Тихо, 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 шутка, шутка. Шутка? Какая нахрен шутка? Ты что, шутить что ли вздумал? Шутить вздумал? Да тихо, успокойся, боже. О, он тут еще и шутить вздумал, боже мой, охренеть просто не встать. Разбавить, так скажем, разбавить обстановочку. Короче, я тебе объясню, ну и в общем-то, вот эти чуваки, которые... Я позвонил, короче, этому. А, да, и чё? Ну, что сказал, он, ну, теперь начал это, он начал сраться там жестко, это, типа, ну, и не знаю, что в итоге будет, короче, он сказал, разберемся на месте. Окей, короче, вот, дальше мы выяснили, что ты начал, видимо, каких-то бомжей собирать по городу,
Вот, бомжей. И, ну да, там, покормить их или что, я не знаю, что-то начал. Но они, в общем, за тобой пошли, эти люди, ну, бездомные, скажем так, да. Вот, и мы за тобой проследили, и ты, оказывается, в канализации жил. Вы там какой-то себе пентхаус сделали, ладно, не пентхаус, ну, короче, хату себе там обустроили. И вы там, короче, проводили какие-то сатанинские ритуалы, расчленяли людей, короче, это все же еще. Но мы выяснили... Это похоже на один большой кошмар, понимаешь? Да, да, но мы выяснили, что ты в этом был не виноват. Оказывается, кто-то с тобой это сделал. И мы думаем, что это сраные врачи, потому что смотри, Злата, у тебя из шеи, где идентификатор, достала еще один чип, похожий на идентификатор, но это был не он, и он отравлял твой организм какими-то психотропными веществами, понимаешь? Отравлял? Да, они сводили тебя с ума. Возможно, пока ты лежал в больнице и ничего не подозревал, тебе вживили эту штуку, и ты тогда еще типа просто, ну, не понимал, что происходит. Вот, и потом эта фигня, она уже просто постоянно тебя держала. Постоянно... А ты про меня уже рассказал? Про тебя, ой, да, да, постоянно психика. Там такая история, короче, я сейчас просто тебе расскажу. Там такая история была. Давай. Сначала, я не помню, ну, через какое-то время ты начал охотиться также и за нами. И да, за нами, ты нас винил, нас винил. Я, да. Я даже не успел включить модули, ты просто со спины ко мне подошел, захватил, вытащил у меня кучу органов, отсоединил мой старый кибершланг. Что? Да, что, таким занимался, меня, Виталий, твою... таким, я даже еще, не знаю, зачем тебе кибершланг. Затем запихивал это куда-то в медведя, боже. Ой, да. Кого, что? Ну, Миша, медведь, такие, там их куча, там у меня фабрика была, какая-то закрылась, миллион, да. Их миллион, я не знаю, откуда брал, но... Да, да, все просто капец, их столько, капец. В итоге, смотри, как я теперь... Как мерзко. Ты вот не заметил, но если ты все помнишь, у меня-то тело старое было, мне из-за тебя пришлось тело менять, все. За 5 миллионов. За 5 лямов тела. 5 лямов тела, просто. Охереть можно. Кстати, пойдем покажу тебе, у нас работа сейчас работает, в принципе, посмотри, мы хату здесь сделаем, смотри, все ремонт, они просто здесь вот схалтурили, смотри, вот. А, и, кстати, Виталий. Да. Мне, короче, установили новый голосовой модуль, смотри, короче, как могу, ща. Меня зовут Виталий, и я реальный кекс. Ты что, охерел, что ли? Нифига, прикольно. В смысле, какого хера ты меня копируешь, тварь? Все. Пойдем, смотри, короче, здесь вот все. На самом деле, я тут настоящий кекс, понял? Да, смотри, что, здесь... Не смей меня копировать! Смотри, ну, здесь уже начали нет, перекрашивать стены. Здесь уже начали, смотри, сейчас будут здесь у него перекрашивать все это дело. Да. Вот, здесь все еще все кстати, обгорело. Кстати, походу, все-таки это красильное устройство, а не... Ну да. Кстати, смотри, Виталий, мы здесь хотим себе джакузи поставить. Думаешь, влезет? Да. Джакузи? Ну типа, вот сюда да. На 4. Ну типа знаешь, что ты вот так вот заходишь, да, и вот тут вот будет вот такой вот проход к туалету, либо сразу в джакузи прыгаешь и все. Просто прыгаешь, да хопа. Да, а здесь вот сбоку справа сделаем раковинку небольшую, думаю, и да, полотенце и полотенце там где-нибудь повесить. Да, ну, полотенце можно здесь повесить около толкана. Ты типа, в джакузи выходишь, сразу же в толкан и полотенцем подтерся и нормально. А, только у меня один вопрос. Зачем тебе сразу из джакузи в толкан прыгать? Ну, нырнуть. А, то есть ты хочешь нырнуть и проводить туалет? Да, погнали. Ты серьезно, ты хочешь в толкан нырнуть? Да я же шутил же, конечно. Так, ну, ребят, в общем-то, нам сейчас нужно выяснить, кто с тобой сделал это дерьмо, Виталь, понял? Во-первых, зафигать, узнать зачем, потому что, ну, типа, ну, тебя кто-то, у тебя вообще были какие-то враги? Про врагов я точно не могу сказать, потому что... Ну а с кем я мог конфликтовать так сильно? Ой, блин, братан, я тебе забыл еще сказать. Помнишь нашу черную банду, Сидорич и так далее, да? Ну? Короче, от нее почти ничего не осталось, желторосики нас порешили. В смысле не осталось? Только ты... Короче, вот из-за только... вот этого вот, вот из-за вот меня, этого из-за... Вот. Не-не, да? Я тебе объясню, ну мы, да, мы привели... Мы пришли укрыться к черным, да, и желторотики их зафигачили, но... Желторотики так... Желторотики? Мы с красными, они так и мы, так... В чем? Мы с красными пришли в наше метро, и в итоге на красных желторотики так, решили. Псих, ну ты неправильно рассказываешь историю. Желторотики решили зафигачить и красных, и черных, и они решили все районы под себя подмять, вот. И когда они уже почувствовали, что с красными они более-менее... Желтопузики сраные. Когда они уже, смотри, когда они уже почти разобрались с красными, они решили вас бы тоже зафигачить, я думаю. Так что, психу, ты вот не надо тут рассказываешь неправильную историю. Короче, а еще, да, братан, очень важная фигня. Блин, точно, мы забыли самое главное, ты ему рассказать. Видишь, Сидорович помогал нам тебя поймать. И нам Сидорович? Нужно, да, нам нужно, чтобы ты вспомнил что-нибудь, надо, чтобы ты что-то вспоминал, потому что, чувак... Сидорович пропал, когда пытались меня найти. В смысле он пропал, алло? Я не знаю, что на самом деле произошло, как рассказывал один из банды черных, кто-то его со спины, ну точнее, он просто ушел по своим делам. Да не, погоди, он не про Сидоровича да, рассказывал. Это он говорит, что его со спины фиганули, когда он Сидоровича искал. Но он... Сидорович ушел. Короче, не слушайте историю от психа, псих вообще не умеет ничего рассказывать. Да он псих же. Он уже, да, мне кажется, уже башка поехала. Короче, я сейчас что предлагаю? Я сейчас предлагаю, значит, блин, ну нам как-то, может быть, проникнуть в твое логово. Ты немного вспомнишь про то, что ты делал.
Вот, и мы постараемся пройти под видом твоих прислужников, перейдемся. Нужно купить где-то... О, купить дерьмо шмотки. Погнали в магаз, купим дерьмо шмотки. Не, реально, пойдем в магаз, купим дерьмовые шмотки, будем похожи на бомжей, переоденемся, да? Вот, и потом проникнем к нему в канализацию. Мы будем тебя называть «О, великий пророк», они так называют, понял, да? Да, конечно, классно ты придумал. Особенно, если учитывать то, что я не помню, где мое логово находится. Мы знаем, где твое логово, не переживай. Слушай, а что если взять мое старое тело? Не-не-не, просто накинем на тебя парочку дерьмом и шмоток, я ничего, потому что тебя раздевать не может. Да не, и принести типа его этим, как будто меня убили. Да зачем, боже мой, тебя убили, зачем? Мне там, в принципе, пофиг, это же он там всем заправлял. Они же тупо пешки, я так понял. Они ходили, типа, о, великий пророк, я там набил Мишутку, понимаешь? Да, они же просто за ним. Короче, они все делают, что ты им скажешь, поэтому наша задача, знаешь, что сделать? Прийти, и ты должен как-нибудь сказать, что... Тебе было видение от вашего великого... Кто у них там? Как он говорил-то? Ты мне скажи, псих. Пророк. Не, пророк это он. Типа, они его пророком называли. То есть, если я скажу им оторвать кибершланг у психа, они это сделают, хочешь сказать? Да они сделают что угодно, чувак. Да, они уже поняли. Хотя сейчас они это не сделают, чувак. Сейчас он у меня спрятан. Да, короче, зайди в этом. Так, мужики, короче, сейчас, значит... Какого хрена? Что? Что? Где мои диваны, за которые я тут платил? Какой диван? Здесь стояли, вы куда-то сели. Черт, здесь диван стоял? Ой, да, здесь же диван стоял. Блин, здесь второй диван. Диван-то куда? Ну вот этот же диван жив, смотри, смотри. Да, вон, мы его подвинули сюда. Ментов опять вызывать? Не нужно никаких ментов вызывать. Мужик, успокойся. Да. Что произошло-то? Ну стой, остановись, стой. Сколько диван стоил? 25 тысяч он стоил. 25 тысяч? Ладно, хорошо. Что-то дорого, главное. Чувак, мы даже тебе мусор вот тут не брали. Все, 20. Пять тысяч, держи. Вот, другое дело. Чувак, они даже твой мусор прибрали, так что мог бы это. Мог бы спасибо нам сказать. Какой мой? Это все ваше. Не-не, это... Чего? Это твой... Ты слышишь? Это твой мусор. Так, за уборку мусора 25 тысяч. Чего? Ты охренел, чувак. Все, пошел вон, держи мне волосы на глаза. Слушай, мужик, я когда тут приходил сюда, я видел то, что вот тут стоял мусор. Я прям ничего это ощущал. Ничего не знаю, это как мы. Был. Я тут ни при чем вообще. Фух, блин, нет, слышишь, да, ты не при чем. Псих, мы не можем. При чем? Мы не можем уйти с хаты, пока рабочих нет. Пойдем обратно. Все, слышишь, все, сосед, иди нахер, реально. Погоди, вы лифт вообще починили, который засрали тут? А какой, чего, мы лифт? Так он давно не работает. Прикалывайте, он снова не работает. Ой, все, не говоримся, пойдем внутрь, зайдите внутрь. О боже. Все. Пошел нахер, урод! Пошли вы! Слышь, ты пошел сам! Соси жопу! А ну иди сюда! Ты хочешь разборки? Ты хочешь, чтобы тебя исположили, тварь, что я не понял? Ну-ка давай! Все, пошли нахрен! Все, я пошел к себе, уходи, все, вали отсюда. Сосед сраный. Так он пошел обратно, даже не домой? Да, насрать на него, все, насрать. Видимо, мы ему в дом не дали зайти. Так, звони ему, говоришь, прямо сейчас эти рабочие сюда пришли, нахрен, кто с нашей хаты будет смотреть, звоню, реально, звоню, все, звоню. Блин, чувак, мы чуть опять с хаты не ушли, не оставили ее открытой. Ну, тут... Я сказал, быстро сейчас сюда этих рабочих, мне не важно, где там бухают, не бухают, быстро их сюда, все, мне, я сказал быстро, все, пока. Все, можем пока тут посидеть, побазарить, давай. Давай. Ой, ну вот я ему и говорю, короче, дай мне 25 кредитов. Он мне говорит, нет, все. Вот так вот, да. А чё, слышите, когда уже эти чуваки-то придут? Я не знаю. Сколько мы уже тысячи лет должны ждать этих рабочих? Куда они ушли? Да, ну история, конечно. О, пришли, наконец-таки. Где были твари? Почему хату оставили незакрытую, а? Почему хата незакрытая была? Не бей! Мы это бухучу отвезли! Виталий, пошли, поговорим. Давай. Короче, мужики, значит, здесь, если хотите уходить, бухучу свой сделать, дверь нам здесь поставьте нормальную. Чтобы закрывалось и все. А какую? Гробовскую? Да любую, чтобы просто закрывал, чтобы у нас никто не зашел. Да не, погоди, нам вроде, ну этот прораб, говорю, титановый какой-то, ну где ее взять только? Ну прораба и возьмите. Прорабы ваши должны быть эти двери, короче. Все поняли? Да. Из хаты не уходите, пока чуваки, если мы придем, и вы вас. А как же бухать? Когда будет дверь, сможете ходить бухать. Если двери нет. Какой бухать, эй? Ты че? Бухучет нужно вести. Да я вижу, у вас бутылки, бухаете вы эту алкашку свою. Бухучет. Короче, слушайте сюда. Хотите бухать? Я не против, чтобы вы бухали, главное, чтобы работу делать. Но! Ура, хату! Нет, слушай, хату пустую нельзя оставлять.
Смотрите, как делаете. Один остается, а другой идет в магазин за алкашкой. И тут бухаете. А что будет, и что, какая разница? Че, а кто? У нас тут вещи лежат, компьютеры и все остальное. Ну ты останься, в чем проблема? Че, я, у меня дела, я работать пойду. Вам деньги нужны вообще? Да. Ну так а я пойду сейчас за деньгами, заработаю их, принесу и заплачу вам. А если я не схожу, не заработаю, то вам нечего заплатить будет, понятно? Так что вы работаете здесь, а я буду работать там. Так, все. Мужики, эй, мужики! Виталя, псих! Ай, чё? Что? Все, а давайте, все, уходим. Все, пацаны, вы давайте, да. Работайте, давайте. Да, валите. Все, 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 идем, идем. Боже мой, рабочие эти, капец. Тупо набрали кого-то, кого попало. Нужно было все-таки какую-нибудь профессиональную компанию поискать. Слышишь, псих, это какая-то компания... И называется... Зато дешево, знаешь. Как она называется? Сделаем из говна и палок? Нет, строила мой бизнес. Строила мой бизнес? Я бы назвал бы сделаем из говна и палок просто. Ну, что, по-моему, они... название тупые максимально. Блин, чувак, знаешь, эти названия, может быть, и тупые, но по сравнению с твоим уровнем интеллекта, это просто наивысшая... Это просто жесть. Да, да, это просто наивысшая точка интеллекта, все, пойдем. Так, Так, а вот сейчас я не понял. Эти чё? 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 Мне тебя отхерачить, что ли, а? Да чё, мне кажется, его пора опять в дурку. А, да? Да, он, знаешь, опять кого-то хочет отхерачить, мне кажется, у него опять приступы начались, да? Да-да, мне кажется. Ну чё, Виталий, вяжем это? Ну да, вяжем. Какой Виталий, вяжем? Да. Всё, ладно, давайте, нам нужно... Не, кстати, найти... ну, классный же был у меня этот модуль голосовой. Да-да-да, магазин одежды, чуваки. Чуваки. О, здорово, ты что здесь делаешь? Ты же должен быть Злата, что ты сюда причёл? Да нет, чувак, я просто тут же гуляю. В общем, я поймал сигнал Сидоровича. Чего? Чё? Где? Что, как ты поймал его сигнал? Короче, мне пришла смс-ка, что он снова в зоне доступа, ну, типа в зоне действия сети. Mm-hmm. Потому что и я также проверил геолокацию, мы делились ей друг с другом. Выяснилось, что он сейчас в канализации. Походу он в твоем логове, чувак. Все, мы как раз собираемся его вытащить. Короче, мы сейчас идем в магазин закупать шмотки, чтобы притвориться бомжами. И вот он будет говорить, что он великий пророк. Понял. Отыгрывать, ну, типа, роль великого пророка. Виталий сумасшедшего. Ух, Виталий, тяжело тебе придется. Ну и нам тоже. А мы будем, типа, его новые прислужники, бомжами, поэтому мы будем самые дерьмовые шмотки в магаз покупать. Ты с нами идешь? Ой, блин, ладно, погнали. Сидорович, нужно вытаскивать, сам же понимаешь. Пойдем, все. Вперед. Так, ну все, мужики, давайте собрались. Все готовы, яйца. Виталий, что ты там говорил про модуль? Короче, смотри, прикол в том, что ты же можешь пародировать мой голос, ведь так? Ну. И эти бомжи, как вот вы говорите, они слушаются меня. То есть мой голос они слушают. Так проще, чтобы ты говорил тогда, ну, с ними. Но ты понимаешь, если все пойдет не по плану, то как бы тебе будет легче выбраться. Потому что ты сможешь сымитировать мой голос. Ребята, они же увидят, что я-то не... Ребята, я вам напомню, Сидорович в канализации. Хрен знает, что с ним сейчас происходит. Может, Виталий сказал убить его через 20 часов. А или там через 30, или может быть через 40, неизвестно. Может быть, он там истекает кровью, и нам нужно быстрее вступать. Давайте потом выясните свои отношения. Ладно, все, погнали идем. В магаз, нам нужно закупиться. И пойдем спасать Сидоровича. Погнали, пацаны.